بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد. Нигер — это африканская страна, которая относится к внутриконтинентальным, то есть не имеет выхода к океанам. Она считается одной из самых бедных стран мира. Когда мы разъезжали поселение, мы услышали об одной деревне, которую затопила река, разрушив все дома. Субханаллах, как что-то было источником жизни, за одну ночь превратилось в источник разрушения и гибели, парализовав всю деревню. Единственное, что не было разрушено — дом Аллаха. Да, мечеть не разрушилась. Эта река кажется кроткой, мирной и спокойной. Но еще совсем недавно она не была такой. Она разлилась так, что разрушила деревню, которая стояла рядом с ней. В течение долгих лет люди жили там. Но вот за один или два дня все закончилось. Полностью. Так, что река дошла до их кладбища, испортила его и разрушила стены. Субханаллах, после потоков и произошедшего наводнения, вот то, что осталось от их кладбища. После того, как потоки смывали все на своем пути, остались только ворота. Дело дошло до того, что некоторые трупы всплывали на поверхность. Это ужасно, и мы просим у Аллаха благополучия. Люди были вынуждены покинуть свои разрушенные дома и поселиться в палатках, которые стоят меньше, чем в километре от деревни. Они стали жить в непростых местах. У них нет возможности восстановить свою деревню заново. Помощь им должна быть не в том, чтобы мы просто отстроили их дома. Потому что если у тебя будет дом, но не будет источника заработка, это не будет домом, а скорее тюрьмой. Необходимо подумать о каком-нибудь проекте, над которым они могли бы работать лично. Ведь они сами могут построить свои дома и не нуждаются в каком-то благодетеле, который бы им строил. А то получится, что благодетель сначала обставит им дом, а потом начнет их содержать. Пусть они не будут ни в ком нуждаться. Но как это сделать? Эта река представляет собой национальное богатство. Она обязательно должна как-то использоваться. Эта деревня не должна оставаться в своем нынешнем положении. Естественно, что эта река используется во всем. Когда они что-то моют, стирают, чистят, они пьют из нее. Как сказал Аллах, мы сотворили все живое из воды. Она используется во всем и везде. Должна быть какая-то творческая идея, какое-то определенное предложение, способное полностью изменить их жизнь. Другие страны мечтают о том, чтобы такая река была у них, чтобы с ее помощью достичь фантастических успехов. Но что можно придумать для простых жителей этой деревни? Должно же быть какое-то решение. Мы с нашим рабочим коллективом сели и начали думать вместе, искать какую-то идею. Вначале мы думали о лодках, которые бы перевозили людей и товар с одного берега на другой. Но на практике эта идея неэффективна. Представь, например, если все жители деревни начнут перевозить людей на другой берег. Несомненно, в этом случае работать из них будет всего около 10%, а остальные будут смотреть, потому что в день будет не так много людей, желающих перебраться на противоположный берег. Так что же мы могли сделать? От этой реки обязательно должна быть какая-то польза. Хвала Аллаху. Аллах внушил одному из членов нашей группы мысль, которая не приходила нам в голову. Почему бы им не поставить загон для рыб посреди реки? Это не требует затрат. Все жители деревни смогут в этом участвовать. Рыба, хвала Аллаху, стоит в Нигере дорого, потому что, как я уже говорил, страна не имеет выхода к морям. Значит, все, что им нужно сделать, соткать несколько сетей на железных прутьях и поставить бочки, чтобы конструкция держалась на воде. Затем они помещают туда маленьких рыб и ждут, когда те вырастут, чтобы продать их за хорошую цену. Аллах, 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 Алл
Это рыба, которую будут выращивать, иншаллах. Выращивать? Да. Если одна семья будет следовать этому проекту, то через 4 месяца она сможет построить себе дом. Не просто дом, а целых 3 дома. Иншаллах. И ты можешь представить, как разбогатеет эта семья в будущем? Мы не давали им ни милостыню, ни денег. Все, что мы сделали, подкинули идею, которая откроет для них дверь к богатству и работе. А потом мы оставим их, и они будут обеспечивать себя сами, с достоинством и честью. Видели ли вы, как одна идея может быть дороже денег или дирхамов? Потому что деньги ты тратишь, а в идею вкладываешься. Это правильно. Мы воздаем хвалу Аллаху и благодарим Его. Уважаемый брат, уважаемая сестра, твой удел может быть близок к тебе, но тебе нужно двигаться, чтобы найти его, и проявлять усердие. Так же, как жители деревни были рядом с рекой, в течение этих долгих лет они даже не чувствовали, что их удел был у них под ногами. Наш Господь, причист Он, захотел дать финике Марьям мир ей после того, как она родила, и сказал: «Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики». То есть обязательно нужно прилагать какие-то усилия, даже если небольшие. Всевышний Господь мог дать ей свежих фиников просто так, даже если бы она и не трясла пальму. И, кстати, обычно пальму нельзя потрясти. Тем не менее, необходимо сделать хоть какое-то усилие, и после этого наш Всевышний Господь поможет тебе. Но с условием: привяжи своего верблюда, а затем уповай на Аллаха. О Аллах, мы просим у тебя полезное знание, прекрасный удел и деяния, которые ты примешь. О Аллах, надели нас уделом оттуда, откуда мы даже не предполагаем. О Аллах, сделай наше дело в Твоем довольстве и помести нас в тени Твоего трона в тот день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. Аминь, о Аллах. И хвала Аллаху, Господу миров.